Семинар, ретрит был по молитве. И я очень много узнал про молитву. Хотя тоже на природе жил хорошо, отдыхал. Но ценность, ценный отдых был совсем другой. Он дал толчок жизни. Не то, что я приехал, а -а -а, еще бы отдохнуть. Нет, я наоборот захотелось жить, да, дало силу жить. Когда человек стремится к наслаждениям, копит злые привычки. То есть в это время входит в его жизнь много плохого. Не надо стремиться к тому, чтобы балдеть. Отдых, самый лучший отдых – это служение. Самый лучший отдых – это служение. Я с утра очень сильно отдыхаю во время молитвы. Это настолько... Ну, тело, может, устает. Но в душе такая благодать наступает. Это самый лучший отдых, потому что настоящий отдых – это чтобы в душе хорошо стало. От просто от того, что съездил там, допустим, в хороший курорт, но ну, на душе все равно хорошо не станет. Ты просто ну, психически успокоишься и все. Но это ничего не значит, ведь там внутри есть что-то глубже. А это глубже требует внутренней силы. Не внешних условий, а внутренней силы. Сама эта внутренняя сила, отдача создает этот отдых, и, и заменить невозможно. Внешне ничего не, не даст. Даже человек в храм приходит, и он стоит в духовной атмосфере. Ему лучше становится, но не настолько, когда человек сам в этой атмосфере участвует. Допустим, хорошо, когда читают молитвы, батюшка, допустим. Но если все вместе читают молитвы, эффект намного выше. Потому что ты включаешься в процесс, ты тоже начинаешь это все делать, и у тебя получается очень мощный результат внутренний. То есть реально как бы все меняется в жизни. Поэтому вот в этом смысл настоящего отдыха, который не разрушает моральную силу. А моральная сила и означает, что человек сам что-то делает. Вот, допустим, вы пришли на лекцию. Вы сейчас сами что-то делаете или нет? Конечно. Во-первых, вы пришли на лекцию. Я скажу вам по секрету, что многие не пришли на лекцию. По разным причинам. Вы пришли на лекцию, это очень большой подвиг уже, очень большой. Я вам очень благодарен. Это первое. Второе вы искренне слушаете внимательно а это еще больше подвиг потому что когда человек искренне слушает его жизнь меняется сразу же у меня жена слушает мои лекции один раз мы делали пожертвование и я говорю это пожертвование на храм передал она вышла такая в шоке, говорит. Олег Геннадьевич, вы же говорили в своих лекциях, не надо рассказывать, зачем вы совершаете пожертвование никому, тогда оно настоящее. Зачем же вы хвалитесь, говоря о том, что это на храм или не на храм? Надо просто отдать и все. Это мы еще должны быть благодарны тому, что мы отдаем, нам не объясняла. Вы лекции свои слушаете? <смех> <смех> Я понял, одно дело болтать лекции читать, а другое дело слушать. Это разные вещи. Потому что когда ты говоришь, как бы истина через тебя может подействовать как-то, но не факт, что ты все, ее, все это сам осознаешь глубоко. Но те, кто слушают, несомненно осознают, потому что во время слушания процесс осознания приходит. Поэтому я вам благодарен, что вы это все слушаете, потому что у меня появляется глубокая необходимость сделать то же самое. Представьте, что если бы я не читал лекции, я не знаю, следовал бы я этому всему или нет. А сейчас надо следовать, потому что это опасно. Как я буду читать лекции и не следовать? Это же страшно, правильно? А вдруг кто-то узнает об этом? Поэтому ваше присутствие здесь имеет большую ценность, чем мое. Я где-то уже порядка 20 лет занимаюсь лечебной практикой. Я проанализировал этот свой путь и обнаружил, что все свои методики, которые я открыл, я этим, этим открытием благодарен своим пациентам. Например, одна женщина... Ну, то есть обычно так бывает, что человек с тяжелой болезнью ходит ко мне на лечение год-два и говорит: пока не вылечишь, буду ходить. И мне куда деваться, я начинаю напрягаться, то есть молиться. Думаю, как же помочь? И в конце концов, дохожу, открываю какую-то методику. И все вот открытия произошли, потому что люди они хотели вылечиться и таким образом э, заставляли меня открывать. Я думаю, что вот вся жизнь, она именно находится в таком зависимости. Кажется, что лектор имеет очень большую ценность, потому что он что-то говорит. Но на самом деле самую большую ценность имеют слушатели, потому что если бы они не слушали, кому бы он говорил? Я в потолок, я разок на РВД радио читал лекцию, никого не было. Я так. «Эх, я говорю, ну кто-нибудь хотя бы кто-нибудь меня послушает, я не могу лекции читать. Я понял, что лекцию без людей читать невозможно просто вообще. Поэтому поэтому есть ценность в том, что вы сюда пришли, очень большая. Но надо продолжить. Когда я уеду, надо продолжить все. Надо начать практиковать практику. Надо делать надо. Делать то, и мне делать, чтобы э, не ударить с лицом, чтобы вы видели, что я как бы этим занимаюсь. И вам делать, иначе какой смысл приходить на лекцию? Какой смысл? То есть есть ценность в том, чтобы настроиться дальше, следовать. И так стремиться к наслаждениям, разрушать моральную силу, тем самым это болезнь. Ну, болезнь означает, все болезни от этого возникают. То есть, ну, не, не будем говорить конкретно какие, но это болезнь. То есть это означает плохо, все, будешь больным. То есть, что делать? Если чувствуешь устал, тяжело жить, допустим, не знаешь, что делать, вечером пришел поздно, кушать хочешь, допустим, это означает, что ты не в себе. Что делать? Первое, что нужно сделать, надо прийти в себя. Надо первое привести в себя тело, идти под душ. То есть самый простой способ тела восстановить энергетически встать под воду. Потому что через воду идет энергия к человеку. Когда человек встает под воду и начинает думать: вот гады, а не дали мне зарплату. То есть, какая энергия его в это время идет? Плохая. Но поэтому рекомендуется, когда ты под душ встаешь, надо молиться. И тогда ты восстанавливаешь свое психическое тело, тонкое тело, молитвой под душем. Потом, когда ты вышел, принял душ, вышел, что дальше надо делать? Вечером после работы. «Пять минут почитай о жизни святых людей». Пять минут. Не быстрее пять минут посмотри футбол, а потом кушать. А пять минут о жизни святых людей. Всего пять минут. Этого достаточно, чтобы потом пойти к холодильнику и правильно выбрать, что съесть на ночь. Этого достаточно. Душ и пять минут духовной книги. Этого достаточно. У меня есть опыт. И вы будете кушать то, что надо. И ложиться спать у вас не будет рушиться здоровье и так далее. Хуже вариант. Пришли домой, не пошли под душ. Почитали о жизни святых, поели, меньше силы. Еще хуже вариант. Не пошли под душ, не почитали о жизни святых, пошли кушать. Еще хуже вариант. Пришли домой, поругались с женой, пошли кушать. Если еще хуже вариант. Пришли домой, поругались с женой, пошли кушать и смотреть футбол одновременно. Все. Я вам разные варианты дал, как бы, смотрите какой вы можете принять в своей <смех> жизни. <смех> как вы думаете, стоять под душем после работы, это для себя или не для себя? Вот если для себя, вы ни за что не будете стоять под душем после работы. Потому что если человек настроен жить не для себя, он встанет. Потому что он не хочет убивать своим настроением других. А если он настроен для себя, ему надоест. Потом думает, да я завтра постою, сегодня я хочу кушать. Поэтому читать о жизни святых тоже не для себя. Это тоже не для себя. Человек для себя не может нормально жить вообще. Просто вообще. Поэтому нет смысла даже пытаться жить для себя. Даже не пытайтесь, это не поможет никогда. Зарядку тоже я пробовал. Зарядку для себя делать невозможно. Надо духовный смысл в зарядке найти. Я начал йогой заниматься, и во время йоги я заметил, что когда ты слушаешь голос святого человека во время йоги, упражнений, то этот звук гораздо четче воспринимается во время упражнений, и он дает глубокие изменения внутренние. Я думаю, классно йогой заниматься. И с этого момента я каждый день упражнениями йоги занимаюсь, потому что я в это время думаю, надо в это время, ну как бы, я хочу служить святому человеку, слушая его. А во время упражнений йоги это гораздо легче делать. И все, есть глубокий смысл делать йогу, появился, я делаю каждый день. Тело, тело говорит, не хочу. Не имеет значения. Потому что когда это внутреннее чувство появляется, то все не хочу, они там на втором плане. В произвольных изменениях жизни попустительствовать себе это болезнь. Ну, допустим, так судьба складывается, на полчаса позже теперь будем ложиться спать. Так судьба складывается, на полчаса позже будем вставать. Так часа судьба складывается, мы прошли кулинарный курс, и теперь на ночь торты кушаем, потому что некогда их кушать это называется произвольные изменения жизни они попустительствовать их им это болезнь потому что одно отступление от правильной жизни делает это отступление привычкой немедленно ну например вы решили поспать днем часик на следующий день вам в это же время захочется поспать опять это закон или допустим вы вместо трех раз решили поесть четыре на следующий день это уже будет правилом или через пару дней. Поэтому произвольные изменения надо пресекать. Если от, обычной, от правильного хода жизни жизнь уклоняется, надо ее возвращать назад. Пускай это даже мелкие отклонения будут. Все равно это болезнь, и надо лечить ее по крохам. Ради сохранения комфорта доходить до совершения плохих поступков – это болезнь. Например, говорить мужу «слушай», Уйди из этой комнаты, я от тебя уже устала, не могу тебя больше слушать, все, дай мне отдохнуть. Это болезнь. Что так улыбаетесь? Или, допустим, муж приходит с работы и говорит, жена, жрать! Я не знаю, как по-латышски это звучит, но по-русски это вот так звучит. Это означает, ради сохранения комфорта человек приносит агрессивно ведет себя по отношению к другим. Это называется плохой поступок. Или, допустим, подходить к мужу и говорить, ты как со мной разговариваешь? Надо говорить ласковее, ласковее со мной. Это болезнь. Потому что если ты хочешь, чтобы с тобой ласковые говорили, сама ласковые говори с мужем, и он с тобой будет ласковый говорить в результате, назад. Он будет зеркалить, как бы отражать твою любовь. Или, допустим, мужчина женщине говорит, ты что меня не уважаешь, ты чего меня не слушаешь, что я тебе говорю. Если ты не уважаешь жену, она тебя не будет слушать. Если ты к ней относишься пренебрежительно, она тебя не будет слушать. Как можно слушать того, кто к тебе относится плохо? Поэтому ради сохранения своего благополучия делать зло другим, совершать плохие поступки всегда означает делать зло другим. Это болезнь. Будучи сильным и влиятельным, предаваться лени – это болезнь. Но вам не грозит сейчас, когда идет тяжелый период жизни. Обычно люди предаются лени из-за апатии, из-за отчаяния. Сильная влиятельность – это признак развития. Когда страна развивается, много сильных, влиятельных людей, и они начинают расслабляться. Они едут куда-то на курорт, там, то есть живут расслабленной такой жизнью. Это болезнь. Она приводит к деградации человека. Следующая тема. По этой теме есть вопросы какие-то? Можете задавать прямо так. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Отдыхать это не болезнь. Отдыхать надо обязательно. Я, допустим, два перелета у меня было сюда, и я спал всего в этой, эту ночь четыре часа. И мне пришлось днем спать. Это, отдыхать — это не болезнь. Я говорю не про это. Я говорю про расслабленность. Это разные вещи. Или нарушение режима дня с целью расслабиться и побалдеть — это тоже не признак отдыха. Вы заметили, что если ты поздно встаешь с постели, то спать еще больше хочется, и весь день разбитый, чем больше спишь, тем больше хочется. Есть такая русская пословица. Я не знаю, как в Латвии, но в России есть такая пословица. Чем больше спишь, тем больше хочется. Это означает болезнь. Это не отдых. Я это называю отдыхать на букву «З». Если вместо «от» поставить «З», то тогда как раз русское слово получится такое. Оно звучит «сдыхать». Когда... <свят> Когда человек так ведет себя, он копит болезни. Ну, допустим, он решил расслабиться поесть на ночь, расслабиться, поспать побольше, расслабиться и поваляться в постели днем, там и так далее, расслабиться, полежать на солнце. Это все вызывает болезни. Это не не отдых. Отдых настоящий – это деятельность. Самый лучший отдых – это деятельность направленная на благо других. Это самый лучший отдых, особенно если это духовная деятельность. Самый лучший способ лечить себя – это забыть про себя и думать о других, и желать им счастья, и лечить, особенно если эти люди святые. Допустим, поставьте фотографии любого живущего на земле святого или возвышенного человека. И каждый день утром, вместо того, чтобы думать о том, думать список предоставлять Богу о том, что мне надо дать, взять и начать желать счастья и здоровья этому человеку в своих молитвах. Вы увидите, как ваша жизнь коренным образом изменится. Все проблемы сразу раз и начнут отступать. Почему? Потому что такая деятельность, она более высокий порядок имеет, чем та, которая направлена на себя. Настоящий отдых – это деятельность для других. Матери знают, что самый лучший отдых – это заботиться о ребенке, допустим, о своем. А если она еще, мать, может параллельно заботиться не только о своем ребенке, она еще больше сердца своему дает отдых. И так далее. То есть деятельность направлена на других, гораздо больше отдых, чем направлена на себя. Но это не значит, что телу не нужно отдыхать. Обязательно оно должно отдыхать. Надо выбрать время в течение суток, сколько нужно спать. Сколько нужно отдыхать от работы во время работы? То есть отдых нужен обязательно, даже телу и уму. Но это не глубокий отдых, это просто снятие напряжения. Глубокий отдых означает деятельность, духовная деятельность, направленная не на себя. Вот это дает глубокий отдых, сто процентов. Я ответил на ваш вопрос? Ну вот, давайте еще задавать. Видите, как хорошо, мы тему разобрали серьезно. Работаю бухгалтером 48 лет. Хочу сменить вид деятельности, так как работа не нравится. Пошла учиться на курсы по дизайну интерьера. Слушать лекции было интересно, но делать домашние задания не хватало сил после работы. Это лень или неправильный выбор? Назначено, что у вас неправильный выбор. Не надо бросать работу бухгалтера. Работа это всегда аскеза и всегда тяжело, особенно для женщины. Это всегда трудно. Невозможно найти, одна работа сменяется на другую, ничего не меняется. Слава Богу, если вы найдете работу по другой специальности, но все равно вам будет точно так же трудно. Потому что труднее всего, самая большая трудность заключается в том, что работа для женщины стоит на третьем месте в жизни. А вот эта вот записка была написана человеком, который считает, что работа стоит на первом месте. Потому что если бы она хотя бы на втором стояла, на втором, тогда бы трудность работы переносилась гораздо легче. Понимаете? Сейчас объясню. На первом месте для каждого человека стоит Бог, должен стоять. Но это до этого надо хотя бы дорасти. На втором месте у женщины стоит семья. То есть мы ставим на первое место и второе, и третье, то, что дает больше счастья. Семья женщине в три раза больше дает счастья, чем работа. Поэтому, если женщина больше вкладывает сил своей энергии в семью, а на треть, ну, после стоит работа, тогда она приходит бухгалтером работать. Ну, сколько она там работает и делает? Сколько может? Сколько может? Спокойненько поработала, пошла домой. Если начальник заставляет больше, он говорит, вы знаете, я женщина, я стараюсь, как могу. Можно поплакать? Но надо устанавливать с начальником отношения по-женски. Соответственно, он будет понимать, сколько ты можешь работать, успокоиться, и ты будешь нормально себя чувствовать на работе. Все. Но если вы считаете глаза квадратные, надо работать все, на семью не остается, значит, неправильно устроена жизнь. Душевные силы надо отдавать семье, и от этого в семье будет сила, и у тебя будет больше силы и отдыха. Когда женщина в семье работает, она отдыхает. На работу уходить для нее аскеза всегда, где бы не работала Поэтому менять специальность не надо, надо поменять мышление. Если вы начнете думать больше о семье, желать всем счастья, близким. Думать о семье не означает хотеть счастья от семьи, как некоторые женщины думают. Они меня не любят, что о них думать? Это означает желать наслаждаться семьей. Я говорю о другом. Надо вкладывать психические силы в семью, желать счастья мужу. В результате муж становится хорошеньким сразу. Как ему счастье желать, думаю... Какой хороший человек. Женщина лучше чувствует, хороший человек или плохой по отношению к близким, чем мужчина в три раза. Если женщина служит своим близким, она в три раза лучше чувствует, какие они хорошие люди, чем мужики. Но мужики могут лучше чувствовать, воспринимать как бы глубже внешнюю деятельность. Они а там, как бы их сознание больше развито. У женщин больше в семье сознание развито. Ну и надо оттуда счастье, значит, получать, вкладывать туда силы свои и пахтать эту этот, этот семейную жизнь, просить прощения, прощать близких, ну туда вкладывать силы. И силы сразу начинают прибавляться, их начинает хватать на работу. Пошла на работу, спокойно отработала сколько надо, пошла домой. Не сильно переживаешь по этому поводу. Все. И не надо начала на одном месте работать, не надо дальше менять все, не надо прыгать. Женщины все любят прыгать с одной работы на другую, все без исключения. Одни прыгают, другие нет. Поэтому надо застыть на одной работе, остаться, никуда не бежать дальше. Иначе это бесконечный процесс, и он приносит много страданий семье. Понятно или нет? Или иначе. Ну, мне понятно. Мне понятно. Что вам всем понятно. Судя по реакции. Это не лень, когда не можешь уроки учить вечером. Устаешь, устала с работы, это не лень. Это неправильное восприятие своей, своего долга. Можно разместить домашнюю церковь, иконы в спальне? Конечно, можно. Почему нельзя? Можно. Лучше не в спальне, но если нет возможности, можно в спальне. Если нет возможности в спальне, вы разместите даже в коридоре. Бог где угодно может жить. Он готов на все ради нас. Но надо где-то ее разместить, понимаете? В туалете не надо размещать, точно говорю. Но как бы лучше в зале, где люди не спят. допустим, если нет возможности, там тоже спят, тогда пожалуйста в спальне. если нет спальни возможности, все завалено телевизорами, там стиральными машинами, книгами, там нет места для Бога, хорошо нигде. ну хотя бы в коридор его поместите. он постепенно найдет себе место сам, не волнуйтесь. вы ему начнете молиться в коридоре, он перейдет сначала из коридора в спальню, потом в зал, сместит телевизор вот, телевизор вылетит из окна потом, все будет нормально, не волнуйтесь. С Богом как бы все будет хорошо. Но надо сначала его в коридор хотя бы поместить. Договорились? <говорит> Развращенность – следующая тема. Приставать с заигрываниями и быть в этом назойливым – это болезни. Вы знаете, сейчас вся культура, которая существует в нашей жизни, она направлена на разрушение принципов любви настоящих. Мы всем своим поведением, а в основном любовью обладают женщины. То есть женщины, они как бы сотканы из энергии любви, и культуру любви нести Бог дал женщинам. Поэтому, соответственно, женщина должна очень глубоко, глубоко понимать, что значит культура любви. Во-первых, надо понять, что такое любовь. Сегодня я говорил с одним журналистом, и мне задали вопрос. Существуют исследования, которые показывают, что любовь может длиться не более трех лет. Это связано со структурой мозга. Я объяснил журналисту, что это не любовь, а влюбленность. Ничего общего это с любовью не имеет. Влюбленность создается в результате того, что человек испытывает энергию счастья от присутствия противоположного пола. И эта энергия счастья — это как подарок, ничего общего с жизнью это не имеет. Вы, мы же не говорим «я поехал жить на курорт». Мы говорим «я съездил отдохнуть на курорт», так? Но в любви мы хотим курорт на всю жизнь. Это просто означает безумие, бред. Влюбленность – это всего лишь курорт. Это то, что дается на время. Всегда проходит. Когда проходит, человек думает, не было никакой любви. И когда он раз на развод подает, у нас говорит, не было любви. Но, вы знаете, как бы мне Бог дал немножко логики. Вот немножко, совсем чуть-чуть. Этой маленькой капельки логики достаточно, чтобы понять, если не было любви, так зачем вы тогда сошлись-то? Что делать тогда вместе-то? Какой смысл? Дурой была... Ученые тоже у нас говорят, пять лет назад мы как бы не знали о правде, а теперь знаем. Через следующие пять лет они говорят, мы не знали тогда правды, теперь знаем. Можно предположить, что они скажут еще через пять лет. Я была дурой. Ну, значит, в следующий раз тоже скажешь, что я была дурой. И тоже пойдешь на развод. Это закономерность. Когда человек на влюбленности, как бы влюбленность делает основу своей жизни, и он ждет. Когда же придет влюбленность на всю жизнь? Бред. Бред, в котором мы живем, большинство людей, 99% людей настраиваются так на личную жизнь. Они ждут подарков на всю жизнь, а это полный бред. Что происходит? Когда мужчина и женщина смотрят друг на друга, то мужчина своим взглядом вызывает из сердца женщины хорошую карму, которая выходит из нее. Карма означает то, что она раньше делала, а не то, что она сейчас делает. Это прошлые поступки хорошие из нее выходят. Она начинает краснеть, бледнеть. Захотелось ей сказать, встанем над рекою, зорьки новые встречать. Это означает вставила. Потому что этот ученый из Америки, который изучил влюбленность, говорит, что это похоже, ну, как бы энергия в, лю в, любви, в этой влюбленности, я, он это любовью называет, я говорю влюбленность, эта энергия похожа на действие героина. Он сопоставил, говорит, ну как наркотический транс наступает у человека. Раз, кудрявый, и клен зеленый, лист резной. То есть ему хорошо становится. Я влюбленный и смущенный пред тобой. Понимаете? Идею. Втыкнула. И что вы думаете, всю жизнь будет вставлять, что ли? Нет. Почему? Потому что плохо-хорошая карма, которая при взгляде мужчины заканчивается у женщины в сердце. Он смотрит на нее, и ничего не возникает. И он говорит ей, раньше, когда я на тебя смотрел, ты краснела и бледнела. А сейчас тебе по барабану. Но она не виновата в этом. Хорошая карма кончилась, все. Прошла любовь, завяли помидоры. Поэтому надо принять это как факт того, что надо теперь жить. Настоящая любовь ничего общего с влюбленностью не имеет.